Ну что ж, и последняя команда, которая выйдет на эту сцену со своей визитной карточкой. Команда, представляющая музыкальный стиль юмора. Команда представляет СГГА. На сцене команда КВН «Картина Репина». Ваши бурные аплодисменты! Да-да-да, опять все то же самое. Добрый вечер, дамы и господа. Ребята, почему мы опять идем не по сценарию? Господа, подхватывайте. Ваку-ваку-знице, молодые кузнецы. Выковали себе стринги-сорванцы. Георгий, твое лицо как Париж. В смысле? Я б съездил. Ты вообще почему на меня наезжаешь? Вообще-то со мной братва. Кто? Эти неадекватные? Слышь, кто здесь неадекватный? Я не понимаю. Это мы неадекватные. Кто тут? Ой, а я тут забыла. У меня ж песенка есть. Как-то очень поздной ночью довозил таксист меня. Но когда ему платила, не хватило мне рубля. Я краснею, я бледнею, я не знаю, что сказать. Видимо, придется по-другому отдавать. Мыть машину, мокрой тряпочкой пройдусь без футболки. Света! Да, Света, да. Ты, конечно, молодец, я не спорю. Но поешь ты отвратительно. Кто, я пою отвратительно? Ты поешь отвратительно. А у нас вокальная дуэль. Дамы и господа, в правом углу ринга чемпион в самом что ни есть жирном весе. 100 килограмм чистого вокала. Монсеррат Кабанье. В левом углу ринга обладательница титула «Подпойка года 2014», Света «Звезда фальцета», перепела «Гея». Господа, на середину. Высокие ноты не брать, ниже тенора не бить, не воинговать, не дорнить, не лепсить. Господа, по одной строчке, поехали. Вроде красиво очень, выглядишь вполне отлично. И ходишь по клубам ночью, и ведешь себя прилично. Но сердце твое тает, мужика не хватает. В чем же твоя проблема? Просто попа словно остров. Стоп! Господа, у нас выявился победитель. Победил дуэт. Дуэт дураков, ребят, елки-палки, сколько можно опять на вас псов спускать? Дима! Дмитрий, почему так долго? Вы что себе позволяете, а? Это я себе что позволяю? Вот вы что тут поете, танцуете, ерундой страдаете? У меня смертельный номер. О, Дмитрий, вы просто хорош. 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 Ой, очень хорош. Так вот, смертельный номер. Показывай. Дим, палишься. Черт. Да-да-да, Дим, ты уже давно спалился. Смешно, конечно, ребят, но вы понимаете, что это все не серьезно. Забыл, где стою, ребят. Я не удивлен, Георгий. В зале собрались люди. Давайте уже что-нибудь покажем. «Картина Репина», мы начинаем. Итак, обычный двор, обычные дети. Никита! О, домой!
Пока-пока-пока! Димочка! Домой! Гошенька! Гоша, домой! Владик! Владик, домой! Друзья, ну стоп, 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 стоп. Все великолепно, но вы же понимаете, что мы музыкальная команда. Нужно что-то грандиозное. У нас есть шоу? Влад, у нас есть шоу. Отлично, я объявлю. Музыкальная политическая зарисовка. Смотрим. Прошел парад, мы оружие показали, спешат концы, все об Аме рассказали, сидит парад в Белом доме на крылечке. Вы там, господа, вы там что хотели спеть? Ну как что, сердечко? Слава богу, вы не такие отмороженные. Давайте заканчивать. Дамы и господа, с одного взгляда кажется, что мы такие веселые ребята, играем в КВН, но на самом деле мы все учимся на серьезные профессии. Вот, например, я будущий геодезист Георгий, картограф, Дмитрий Маркшейдер. Светлана учится вообще на сугубо женской профессии, профессии взрывателей и боеприпасов. Ну а Никита у нас работает в Адидасе, как вы поняли, он менеджер. Друзья, я предлагаю сделать нам таким разносторонним то, что от нас никто не ожидает. Что? Что? Споем. Мы скажем прямо, что ничего важнее нет, чем ваши взгляды. Ну а это точно наш успех. Сегодня. Эй, в зале, давай с нами, руками и ногами создавайте шум. Мы знаем, что с вами будем смеяться и устроим бум. Команда КВН «Картина Репина» нарисовались фикса трёш. Ваши бурные, несмолкаемые аплодисменты команда КВН «Картина Репина»! Команда КВН «Картина Репина» хотела бы поблагодарить правком студентов с ГУГИТ в лице Александра Чернова и Натальи Григорьевны Карлиной. Аплодисменты! Спасибо вам за такую классную команду, что поддерживаете новосибирский КВН. Это правда очень классно, это очень здорово, и за это гигантская благодарность. Друзья, последнее музыкально-домашнее задание, которое мы увидим в сегодняшней игре, под ваши бурные аплодисменты от команды КВН «Картина Репина». В нашей системе образования творится что-то не то. Даже в музыкальных школах будут преподавать такое. Итак, посмотрим. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. Шухер, шухер, препод по хип-хапу идет. 3D. Вопреки все моды, мода, мы гламура. Смело продвигаем мы хип-хоп культуру. Руки вверх, камон, руки вверх, камон. Уберите балалайку и аккордеон. Итак, всем здравствуйте. И я рад вас приветствовать на очередном занятии в своей школе по хип-хапу. Йоу! Вы все попса. Мы попса. Да! Вы все попса. И сейчас мы будем это исправлять. А начнем с проверки домашнего задания. Иванов. Без понтов. Йо-йо-йо-йо! Левашов. Без понтов. Йо-йо-йо! Понятно, кто у кого списывал? Два тебе. Кого? Два трека Стаса Михайлова к прослушиванию. Итак, будет с каждым, кто битбоксит, когда битбоксит учитель. Итак, а сегодня мы будем изучать с вами очень-очень-очень дерзкое искусство. Битбокс. You mean
Это что за дряхлый old school? What? Он был в тренде, когда моя бабушка трясла грибы под фристайло. И чем он нам поможет, учитель? Все элементарно просто. Представьте, вы едете по дороге, и у вас сдуло колесо. Вы берете это колесо и битбоксите в него. Но зачем, учитель? Чтобы его раскачать. Итог, колесо надуто, едем дальше. Я красавчик. Эй, мэн, а не гони-ка ты своих черных лошадей. Лучше подскажи, чем он поможет в очень экстремальной ситуации. Легко. Самая экстремальная ситуация. Вы поехали на шашлыки со своими корешами и забыли опахало. Не горит? Что делать, а? И тут вы начинаете. О! Горит. Итог. Мы спасли тусу. Мы красавчики. Ну а на этом, пожалуй, наше домашнее... Ой, ту, наше учение проходит отсюда. Вы куда собрались? Биток для учителя, вообще-то. Вернитесь, мы еще не закрепили с вашими основной материал. Давайте попробуем. Йоу. Сегодня в этом зале мы собрались здесь и на что-то успеть. Уверены и настались. Для нас наградой будет воскутить за ней. Команда КВН, картина Репина. Нарисовались, фиг сотрешь. Ваши аплодисменты, друзья, громкие! Это было последнее музыкальное домашнее задание на сегодня. Ну громче, что вы стесняетесь!